И всем привет, с вами Нацуэр, и сегодня мы поиграем в такую замечательную игру, как The Walking Dead Assault. Я долго думал, снимать ли мне или нет эту игру, но в конце концов я решился, что вы должны ее увидеть, так как я фанат серии The Walking Dead. Я читаю ее комиксы, играю в ее игры, смотрю сериал от AMC. Я был просто удивлен, что мимо меня прошла такая игра. К сожалению, у меня всего только один эпизод. Я не знаю, я не знаю, есть ли вторые два, или это у меня просто такой глюч. Но вроде мишон с обновлений, которые я видела, у меня осталось. Я попробую поиграть на изи два уровня. Это было весело, поэтому мы будем играть на нормале. И начнем мы с первой фазы госпиталь. Сейчас посмотрим, за кого можно поиграть. Давайте, наверное, поиграем за... Давайте поиграем за Глена. Так, что я могу улучшить? Давайте улучшим жизни. Так, адреналин улучшим, что ли? Я не знаю, что это, конечно, но... Итак, мы больше ничего... А, нет, можем. Можем улучшить урон, вот. Что ж, я знаю, что тут нужно делать. И предыстории, конечно, меня удивил первый эпизод. Так как, когда Рик очухивается в госпитале... Он ни с кем не дерется. Да. Вот мы очутились вообще в столовке. И мы вообще играем за Глена. Но это не столь важно, потому что все-таки мы играем в ходячих мертвецов. И фактически, как так сказать, я даже не могу подобрать слова. Вроде игра и такая легенькая, и вроде и сложная. Цит-цит-цит-цит-цит. Так, не атакуй меня. Блин, а это челлендж вообще просто полный. Убирайся. Блин, я никогда еще не играл. Так. Это что-то новое. Я не знал, что тут будет так сложно играть с этим пистолетом. Ну, что-то интересное. Черт возьми. Ай. Так, бита. Ладно, будем под атакой. Да. Фуф. То есть фазы под атакой и не под атакой. Так, надеюсь, тут... Вот, тут мигающая машина. Давай, давай, машина. Почему я не могу тебя активировать? Ладно, убьем этого лица. Так. Почему я не могу активировать машину? В общем, тут можно взаимодействовать с объектами. Вот, например, я могу сделать тут машину мигающей. Но почему-то я так не делаю. Ай! Ай-яй-яй. Так. Я немного напряжен, но вы всегда знаете, что это очень тяжело знать, что будет на камере. Блин, да меня могут даже убить! Вот об этом я что-то не подумал. Я почему не могу включить машину? Может, она с какой-то другой стороны включает? Ну, не знаю, при первом прохождении у меня получилось её включить. Так, я забыл патроны. Патроны это получается самое важное сейчас. Так. Давайте сделаем крит. Я умею это делать. Так, осторожно. Давай. Давай, давай, давай. Так, так. А слушайте, а это что-нибудь восстанавливает жизни? Пожалуйста, скажите, что что-нибудь здесь восстанавливает жизни. Пожалуйста. Просто скажите, что что-нибудь здесь восстанавливает жизни. Блин. Так. В общем-то, пошли сюда. Нехорош это был вариант играть за Глена, но мы уже начали. Так, подождите, нужно крутить камеру. Сейчас, вот. Тут карта маленькая, как видите. Но я, в принципе, знаю, что нам нужно делать. За Рик это было куда легче. Так, нет, 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 нет. Вот так вот, сюда стой. Так, оп, сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, мы будем приближать, чтобы вам было лучше видно. Так, вот. Отличная тактика.
Будем их по одному заманивать. Иди сюда. Иди сюда, Нингер. Ой, извиняюсь, честно. Забыл. Простите, пожалуйста. Иди сюда. Вот, все, отлично. Вот, давайте мыслить. Все-таки «Ходячие мертвецы» — это сериал для тех, кто не просто любит какие-то там фильмы про убийство зомби, а он же фильм про людей все-таки как-никак. Так, и фактически нам нужно вот сюда. Так. Мы просто ходим вот тут. Первым делом нужно исследовать зону, понимаете, на посредство ходячих, потому что очень странно, но в этой игре главная задача — убить их ходячих, а не выжить в этом чертовом мире апокалипсис. Так, бежим! Так, так. Как мне заставить есть этот чертов труп? Вот! Все! Все, они начали его есть! Ура! Так. Отлично. И сюда. Блин, думать это иногда так клево, особенно в таких играх. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так. Блин, они доели. Так, вот машина. Блин, да не хочу я туда идти. О. Так, машина делает звуки здесь. Отлично. По машине за звук я могу бить. Тихо. Это, иди к черту. Так, мне осталось убить 6 зомби, и я пройду этот уровень. Как ни странно, это очень сложно. Все-таки же выжить зомби апокалипсисе может не каждый. И наш паренек Глен в нем все-таки не выжил. Блин, я ж только что проспойлерил комикс! Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, убегаем! Что стоишь, идиот? Давай бегать, 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 бегать. Во! Отличная тактика. Отлично, мега, 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 мега. Блин, все плохо, у меня кончается место. Но ничего, переживем. И да. Так, все забираем, да. Мы прошли главу. Что ж. Ну, это было интересно. Что ли. В общем, мы всех убили. И все получили. Даже прошли на А. И дали ачивмент, да. Но ачивмент — это не столь важно. Вот, я уже вышел на N сложность. Тут, короче, я буду, как так сказать, я буду проходить... Вау, я даже на нормале раньше, чем на Изи закончил. Я буду тут проходить все на всех 4 сложностях. Значит, для чего еще создана эта игра? Чтобы я прокачал. Давайте прокачаем жизни. Жизни всегда хорошо, почему бы и нет? Мы должны выжить в этом мире. В общем, мы выходим на главную улицу, где нам нужно спасти женщину. Я никогда не слышал, но, в принципе... Отлично, у нас мало патронов. Ну, правильно, у говнюка говнячное оружие. Нормальный крик. Все равно я никогда его не признаю, он говнюк. 2 патрона потратил. Черт. Я, кстати, в этой уровне. Я все патроны собирал. Так, отойди. Сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Так.
В общем, пока все легко, потому что я практически знаю, что тут делать. Пока нам нужно продвигаться наверх. Так, хоп. Так. Так. Извините, почему-то у меня до сих пор не получается его включать. Все, я понял. Там нужно что-то типа зажимания. Блин, гендран. Да что вы за мной гонитесь-то? Господи, это так страшно. Иди сюда. Так, это ты. Я привлек еще зомби, блин. Отлично. Черт, сказал, что легко, и облажался так сильно. Так, вот тут, в принципе, женщина. Где женщина-то? Бить буду. Конечно, бить буду. Иди сюда. И сюда мозги вынесу. Тебе за Клару. Не знаю, конечно, кто это. Давай. 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 Сюда остановись. Сюда остановись. Так, а чем мы добьем просто вот так? Ну, в принципе, нормально. Мы спасли ее. Только спасемся ли мы сами? Что не очень-то клево. Фактически, давайте пройдем как-то так. Блин, а тут нельзя идти? Ну ладно. Блин, да, я знаю, что это скучно. Но все равно, блин, я не знаю. Это, наверное, кому-то будет интересно. Я не буду делать по этому прохождение или что-то еще. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что это за игра. И какая она веселая, что ли. Она не веселая, но она... Она по любимому сериалу моему. Почему я не могу в нее поиграть, поделиться с вами впечатлениями, тем более мне она понравилась. Там еще 20 зомби. Черт. Так, собираем суплай. Отлично. Так, идем дальше. Я не знаю, я волнуюсь слишком сильно, я в это еще. Никогда ничего не собирал, что там? А, это всё лишь один зомби с дубинкой. Окей, два зомби. Так. Так, я пытаюсь прокрутить камеру, тут она так мудрёно крутится. И сюда. Так. Я не знаю, где там эта ваша Клара, но она мне ни хрена не помогает. Ходячая-то странная херня, она такие ходячие. Так, что за... Почему вас так много? Так, иди сюда. Блин, у меня 3 патрона. Что, переживем? Если не переживем, то я просто буду плакать. Так. Да! Фуф, 10 штук осталось. Я знаю, пацаны, мы сможем. Пацаны, девчонки, что это за... Пришел мув. Арк. Мы что, крит наносим, что ли? Не знаю. Блин,
мышки. Да. Так, иди сюда. Отлично. Так, я её убил. Вот так мы будем от них бегать. Надеюсь, их не будет целой суперстаи. Нет! Ты меня не убьёшь. Ты меня не убьёшь. Сказал, ты меня не убьёшь. Отлично. Фух. Я знаю, что там много зомби. Я предпочту как-то их обойти, что ли. Мне бы вот это взять. Хороший такой. Так. Один. Так. Нет, тут много. Давай. Давай, иди сюда. Я не андер-атака, иди к черту. Тупой компьютер. Ох, блин! Сколько вас? 5. Ну, в принципе, понятно. Отлично. Иди сюда. Давай, 3! Жизнь хоть какие-то прибавляет? Не знаю. Давайте. Давайте. Я знаю, мы сможем. Мы выживем в этом зомби-апокалипсисе. Так. Так. Давай. Так! Ну что ж, мы сделали это. Представляете, мы все сделали. Мы собрали все и прошли это. Убили всех 40 ходячих и собрали все 15 суплаев. Это было действительно хардкорное выживание. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень понравилась эта игра. И когда я поиграл в нее на нормале, я испытал более незабываемое ощущение, чем испытывал, когда играл на изи. Но тем не менее, и на изи, и на нормале, и на харде, и на суперхарде ее стоит пройти. Так что советую. Если кому-то захочется еще, то пишите в комментах, ставьте лайки. Блин, я не знаю, зачем я это говорю, все-таки я не такой популярный. Тем не менее, я пытаюсь вам что-то веселить. Скоро выйдет нарезка радужная. Гаррис Мода, который я снимал с членом команды СРЛЦ Конкордом. Ну, у него уже появилась одна из частей, которые не вошли в нарезку. Ну, чуть-чуть там вошло, но не суть. В общем, всем спасибо. С вами был Нацер. Всем пока.